Приветствую. Коннор, я давно тебя жду. Пройдешься со мной? Этот девиант — интригующий случай. Как жаль, что не удалось поймать. Девианты полностью иррациональны, и поэтому их поведение сложно предугадать. Увы, я был неэффективен. Ты что-нибудь выяснил? Я нашел его дневник, но он зашифрован. Расшифровка займет недели. А еще? На стенах квартиры были рисунки, лабиринты и другие символы. Как и другие девианты, он говорил о неком Эра-9. Ты ведь уже почти поймал этого девианта. Как складываются твои отношения с Андерсоном? Он был благодарен, когда я спас его на крыше. Он ничего не сказал, но выразил это по-своему. У нас совсем мало времени. Девиация распространяется. Скоро информация о ней просочится к журналистам. Надо это прекратить. Любой ценой. Я обязательно раскрою это дело. Я вас не подведу. Вот новый случай. Бери Андерсона и все выясни. Спасибо, что пользуетесь такси «Детройт». Мы всегда...
Лейтенант Андерсон! Тихо! Сумо! Я твой друг! Видишь? Знаю твое имя. Пришел спасти хозяина. Лейтенант! Эй, очнитесь! Это я, Коннор! Я приведу вас в трезвое состояние. Эй, ты! К сожалению, отвали, может быть неприятно. Отвали, сраный андроид! Пошел нахер отсюда! Приношу извинения, вы мне нужны. Заранее благодарю за сотрудничество. Да вали ты нахер отсюда! Сума? Пас! Ну-ка! Пас его! Ну все, я сейчас сблюю. Да отстань от меня уже, урод! Никуда я с тобой не пойду. Ты что затеял-то, а? О, нет-нет-нет, я не хочу купаться, спасибо. Простите, лейтенант. Это ради вашего блага. Выключай! А ты тут откуда взялся? 43 минуты назад сообщили об убийстве. Я не нашел вас по барам и решил поискать дома. Господи, я, наверное, единственный коп в мире, на которого напал в собственном доме собственный сраный андроид. Ты можешь оставить меня в покое? У вас явно личные проблемы. Вам следует обратиться за помощью к специалисту. Отвали, ясно? Катись отсюда нахрен! Я вас понял. Дело не особенно интересное. В секс-клубе в центре города убили клиента. Думаю, они там без нас разберутся. Но мне сейчас не помешает проветриться. Там в шкафу чистая одежда. Я принесу. Что хотите надеть? Да похрен. Все в порядке, лейтенант? Просто чудесно. Ты бы сгинул на 5 минут. Слушаюсь. Ах,
место эскалация конфликта. Многие эксперты заговорили о призраке Третьей мировой войны, который поступает все ближе. Что вы делали с пистолетом? Играл в рулетку. Считаешь выстрелы в висок. Не досчитал я, короче, отрубился. Повезло. Следующий был бы смертельный. Не волнуйся, Сумо. Я ненадолго.